25 апреля, пятница, то есть суббота. А смотрите, какой красивый закат. Наверное, надо окно открыть. Так будет чуть-чуть. На улице плюс 8. В лесу птички поют. Вполне может быть, что даже соловьи. Надо послушать как-то рано утром, когда машин нет. Потому что под окном шоссе. Ну, там односторонняя, двухполосная. Поэтому... Не знаю, слышно вам или нет, как поют птицы, но мне слышно. Так у нас все тихо, спокойно. В больницу возят скорые приезжают по одной, ничего страшного не происходит. Все скорые на месте стоят, на посту, на приколе. Там какой-то автобус постоянно приезжает. В больнице. Наверное, возят врачей на работу, с работы. Вот такой вот красивый закат. Бывает, конечно, и получше. Всем пока, до понедельника. В эфир выйду в понедельник в 11:30. Всем пока.